Доброго времени суток, уважаемые зрители. С вами я, Костя. Мы продолжаем прохождение Dark Souls 2. Так, в прошлой серии я сжег уголь вражды в гнезде дракона. Частично там забирал предметы, ящерок. Появилось у меня желание пробовать завалить этого дракона в ближнем бою. Первая попытка не увенчалась успехом. Надо просто изучить движение его, как против него лучше действовать. Ну и кроме того, я там поизучал броню, какой брони там для сопротивления. А, ну с Фелкиным также поговорился, от Ведьмака получил. Ну и подумал, что стоит закалить щит. Итак, кстати, наверное, я на бой с драконом одену не это. И этот щит нахрен он мне нужен. Я поставлю предметы, которые повышают шанс дропа. Все предметы. По-моему, махнуть заключенного. О, да. Да, блин. Так, ну вроде бы все предметы, которые повышают шанс дропа. Раз, два, три, четыре предмета. Можно еще монетку попробовать использовать. Что такое? Блин, видок у меня еще тот. Гонило, гонило. Гнездо дракона плюс 3. Вообще с драконами этими можно не париться. О, белое кольцо. У меня есть, по-моему, такое. Да. Это я в обмен на камушки его получил. Проблема в... Ух ты, ничего себе. Как-то быстро он проехал, по-моему. В прошлый раз я не так быстро ехал. Проблема с драконами в том, что ХП у меня на 2 удара максимум. Стоп, а чё щит не за спиной? Я не понял. Чё за хрень? Ёшкин кот. Что-то я вообще не вижу его. Движение. Ты! А чем это он меня убил? Так одним ударом. Ну блин, почти что завалил. Просто НГ плюс 3. ХП у него до хера. Можно, конечно, еще раз попробовать.
кстати, мне там кольцо огня плюс 2 не нужно. Мне там что-то другое было. Например, кольцо предела. А как это он меня одним ударом вальнул? Ехать с шифтом, то, по-моему, из-за этого быстрее бежит. Не, ну блин, такое себе. Довольно опасный он. Какого лешего? Блин, ни хера не вижу. Да ну как так, ёпта? Отлично. Но с него ничего даже не выпало. Драконий талисман. С него ничего не выпало, офигеть. Кольцо злого глаза очередное, блин. Душа великого героя. Дрейка, ну, вальнул я его. Отважного воина. Ключ камня Фороса. Ключи камня Фороса еще фармить тут. Даже на НГ плюс 3 все-таки вальнул. Такс, ящик с предметами, выкинуть это кольцо злого глаза, еще одно. Блин, за каждый заход кольцо злого глаза. Можно их продавать потом. Так, ну что ж, надо, наверное, души сбросить. Такс. Stones. You might. Ну, щиты. Ух ты, кстати, вот этот большой щит за глаза тоже можно было бы, в принципе, прокачать. О, вот. Лук желания надо прокачивать. У него бонус от молнии еще. С. Хотя и этот тоже стоит прокачивать. И то стоит прокачивать.
точки желания первым. Еще три кости дракона, и будет желание плюс 5. Когти тоже можно было бы прокачать. Кстати, по поводу когтей. Ко мне поступила информация, что в земляном пике с одного из големов, именно из одного, можно выбить какие-то особые когти. Надо будет это проверить. Люцернский молот. Кстати, тоже можно было бы качнуть. Спиритический трезубец, но там большие осколки нужны. Офигеть, дубина воина-гиганта обычным титанитом качается. Столько оружия. Титанит обычный. Мерцающий тут обычный. Темное течение. Осколок титанита. Пронзает щит. Вот, наверное, его тоже стоит прокачать. Чудная катана. Обычная катана. Плюс 6. Бое. А у клеймора. Где клеймор? ЦЦ. Меч вместо дом-то, конечно, получше. А этот меч Хейда тоже стоит до максимума докачать. Кума тоже можно было бы. Твой меч. Ты шо, ты шо? Шо, меч смотрителя. Меч мясника. О, так тут 28 ловкости надо. Вот в чем проблема. Мне надо ловкость прокачать. Так, а теперь надо закалить большой щит Рива. Так, щит бунтаря на тьму. Тьма. Па-па-ба-бам. На 11.3. Защита тьмы. А, это у него еще урон тьмой добавляется. Да. Офигенно. Специально щит против тьмы. Так. Ну и вот этот Эйвелин, наверное. О, кстати, а я могу на грубое его. У него-то бонусов никаких нету. Урон повышается на 13. Ничего себе, простое. Урон в 20 снижается. Ну блин, даже не знаю. Или на молнию его, или, наверное, все-таки в грубо я его загоню. А
Арбалеты, наверное, грубые. Ого. Это снять эффект можно с помощью бледного камня. За 1000. А лук желания можно. Интересно, а что если колокольчик? На молнию или на тьму можно колокольчик? Интересно. А посох? На магию или на тьму? Интересно, интересно. Ух ты, можно когти в кровотечение качнуть. И у них тогда бешеный урон кровотечением будет. Пока хватит, пока. Пока что. Пока что так. Теперь, наверное, кольцо защиты от огня одену. Вот это мне сейчас не особо-то нужно. Нужно кольцо предела одеть. И вместо этого дубин. Чтобы я другим путем пошел. Ну ладно, попробуем так. Тут же уже ящерок никаких нет. Вещей, повышающих шанс дропа, у меня, как я говорил, есть подозрение, что они как эффекты не суммируются, а действует только какой-то один из них. Блин, тут этот гад. Достойно. Отлично. Темная смола. Не, ну выпало. Все-таки они выполняют свою функцию, судя по всему. Еле достал. Кстати, если бы он прыгнул, он бы, наверное, кнут мой раздуплил. Надо кнут, наверное, здесь сменить. Две кости дракона. Хорошо, это очень хорошо. Так, ну а теперь, кстати, можно, наверное, монетку использовать, но для начала надо травануть гада.
туда поставил. И монетку сильно рано, наверное, использовал. Посмотрим, сколько снимет это отравление. Кстати, можно даже... крысы одеть, они же повышают урон от отравления. Слабенько. Эмблему крысы можно, наверное, оставить. Ух ты! Ничего себе! Кто он так... прожух. Россия. Вот это да. Чуть не завалил. Если бы не сырая плоть, наверное, мне жопа была бы. Опа, у меня закончилось действие сырой плоти. Себе. Охереть. Что-то выпало с ним. Вот это гонило. Броне он чуть не зафигачил меня. Одна ящерка, наверное, убежала. Что же она
нас тут выпало? Мерцающий титанит. Даже не одна, а, наверное, две ящерки убежали. Что, великого героя? Зато вот это не убежало. Мерцающий камень, мерцающий титанит, осколок титанит. Да, блин, опасненько. Он, кстати, сжег типа с цепями. Так, какие-то сапожки надо одеть. Да, типа с цепями уже нету. Большой скотки на кусок титанита. И вот это еще тоже можно. Да блин. Она так поздно среагировала. Мерцающий титанит, камень разрядан, бледный камень. Что ж, отлично. Так, ну теперь мне опять сюда надо прибежать. Как прибегу, запись возобновлю. Итак, я опять здесь. Я с этой стороны захожу. Ага. Вот ящерка. Отлично. Камешок из дракона, пломок титанита, большой осколок титанита. И вон там еще одна стоит. Тут их три. Так, надо так пробежать, чтобы она в пещеру ту не побежала. Сколько нита мерцающий, титанит, камень магии. Отлично. По-моему, все. По-моему, я всех ящерок завалил. Все предметы здесь забрал. Такс. Ну что ж, теперь манжу душ. Немало так. Посмотрим, на что у меня хватит. I knew you. Плюс три. Четыре титана. Нит, а потом еще 5. Блин, гонево. Еще 2 единицы титанита надо. Да уж. Так. Один. О, лук желания плюс 5. Отлично. Отлично. 100 обычный урон, 130 от молнии. Па-па-ба-бам. I'll be around if you make it back. Кстати, у меня появилась идея пофармить мерцающий титанит опять в храме Аманы, но вступив в общество чемпионов. Кстати, еще у меня появилась задумка все-таки купить лестницу этого типа, посмотреть, что это hey. Как будет выглядеть. Oh, I should have listened to the warnings. Huh? Since what? You're heading down at well. 512 тысяч, ага. Ну, попробую
самую большую. Так, ну а теперь в общество чемпионов. Кстати, учитывая общество чемпионов и вот такие шмотки. Кстати, по-моему, я... Я того дракона вообще когда завалил, у меня на спине был щит или нет? Так, чем их там валить? Вот это хороший вопрос. Наверное, копьем все-таки. Или не копьем, или мечом двуручным. Это мне там не надо. Наверное, одену какой-то... Как-то, возможно, так. Сырая плоть мне там не надо. Можно поставить какой-нибудь большой огненный шар. И что-то. Кровь пламени, например. В прошлый раз он как-то не работал, он баганый был. Посмотрим, может, в этот раз будет работать. Посмотрим, посмотрим. Так, 9000 вообще-то. Вообще-то стоило бы их на что-то потратить. Потому что можно слить. Ну, там близко костер, поэтому... Я думаю, не должно быть проблема их забрать. Кстати, я смотрю, нету большого этого жука. Удивительно. Очень удивительно. Души фармятся тут очень таки. Очень быстро, я скажу. Надо снять хиллера. Все, хиллер готов. А теперь можно, допустим, попробуем этой шнягой их вальнуть. А тут сработало. И у них понты хп осталось. Что-то выпало даже. Наверное, стоит одеть вот эту хреновину. Палец архидракона. Да нахрена нам не надо. Что-то выпало с него. По-моему, нет. Ну,
готов. Да, с него ничего не выпало. И с нее ничего не выпало. Ну что ж, попробую я эту процедуру повторить пару раз. Мне 2 единицы этого титанита надо набить. Это я уже без записи повторю. Так, что у нас тут? О, мерцающий титанит. Алая вода. Урона святой воды. Блин, отстойщий. Еще 1 единица. Титанита нужна. Итак, решил. Попробуем травануть их. Блин, только надо было, чтобы они вместе стали. Они уже разошлись. Вот это плохо, что они бродить начали туда-сюда. Смотри, стоит, даже ничего не делает. Смотрим, что на этот раз. Чуть с дремлющим драконом. Опять это говно. О, мерцающий титанит. Все. О, еще мерцающий титанит. Замечательно. Все, можно валить отсюда. Задача по фарму титанита пока что выполнена. Для усиления меча этого хватит. Большой меч черного рыцаря. Плюс 5. 280 и 80. Круто. 360 урон. Па-па-ба-бам. I'll be around if you make it back. Ну-ка, посмотрим на него. Так, стоп. Здесь плюс 175, 575 урон. А тут 366 плюс 127, 466, 386, 493. Ну, ничего себе. Урон хороший очень. Удары довольно быстрые и, главное, длинные.
22 тысячи. Сколько там на уровень? 34. Можно было, в принципе, уже докачать до уровня. Тем более, что мне надо... повысить на 2 веру до боя с прячущимся во тьме. Ну, ладно. Над этим подумаю, как бы что-то потратить. Но эту серию стоит завершать. Всем спасибо, что смотрите. И до встречи в следующей серии. Всем пока.